В Международном студенческом офисе университета прошла презентация юбилейной книги НИУ БелГУ. Ректор Олег Полухин рассказал сотрудникам, студентам, руководителям библиотек и почетным гостям о создании и содержании книги. Мы с большим удовольствием сегодня передали почти 900 экземпляров этой книги в школьные библиотеки, в районные библиотеки, в областные библиотеки, для того, чтобы там могли вести учителя профориентационную работу и ориентировать будущих выпускников на поступление к нам в университет. Почетным гостем презентации стала заместитель губернатора региона, начальник департамента образования Белгородской области Наталья Полуянова. Наталья Владимировна отметила, что рада сотрудничать с НИУ БелГУ и подчеркнула образовательную роль издания. Ребенок осознанно должен делать выбор в адрес той специальности, которая им будет выбрана в будущем. Ведь чем правильнее сделан выбор, тем лучше будет происходить процесс обучения, а самое главное, человек найдет себя в жизни. Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Надежда Рожкова поблагодарила всех, кто участвовал в создании книги. Для каждой библиотеки вот иметь такую книгу – это действительно возможность рассказать о главном университете Белгородской области словами тех, кто на страницах говорит о том, что может университет сегодня. Книга «Новый этап развития вуза» вышла в сентябре 2016 года, накануне юбилейных торжеств. В ней представлена подробная информация о новейшем периоде развития и направлениях деятельности НИУ БелГУ. Герои книги – коллектив, благодаря труду которого университет получил высокую оценку правительства Белгородской области. НИУ БелГУ в год 140-летия награжден медалью за заслуги перед землей Белгородской первой степени. Так, Белгородский государственный национальный исследовательский университет достойно завершил еще один десятилетний этап своей истории. Продолжение следует.